Здравствуйте, я вас приветствую. Угадайте, где мы и куда мы едем. Я дома. И угадайте, с кем мы. Ну, вы уже, наверное, поняли. Сейчас. Смотрите, мои любимки приехали. Вот одна моя солнышко. И вот доча. Вторая моя солнышко. Да, это дочь моя. Это не дочь. Нет, это солнышко мое. Но я не буду ее отвлекать. Это дочка. Да, это дотя. А вот еще одна, еще один. Едем гулять. Погода меняется, как я не знаю что. Ехали в Дмитров, было солнышко. Сейчас дождик. Говорю, давай переждем. Эта козявка бежит, снимает и говорит, смотри, как романтично, дождик. Идем. А что делать-то? Очень тепло, я, блин, вся замерзла. А у нее, блин, романтика. Ой. Первая встреча, я не успела снять. Я разговаривала по телефону и не успела снять. Вот Маруська наша. Лиза, можно снова показать? Алена, давай, лучше один. Нет, девочка, проходи туда к Антошке. Все мокрые. Так, чтобы уже мама звонит. Иди. Сейчас, ты любую пиццу ешь? Мы заказали 4 пиццы. Бери стаканчик. Смотри, там куча милых. А что, погода? Алло. Ну, это опять деловуху включила. А, просто не заливала, что ли? Если хочешь, то... Да, да. У меня мамка, когда она же только недавно, лет 5 приехала в Москву, она же тоже стояла лес, грибы, ягоды и все. А сейчас она приехала в Москву, говорит, блин, так дико, ты уходишь на рынок, черника, говорят, там, 500 рублей, черника, говорят, 500 рублей. Говорит, вообще... Приятного нам аппетиту. В Дмитрове. Да, полотенце классное. Иди гуляй. В Дмитров вышли погулять, а здесь ярмарка. Давно здесь не были, наверное. А, слушай, это прям вещевой рынок какой-то. Что происходит? Давайте мы тоже обнимаемся. А давайте с вами обнимемся. Спасибо. Как всеми обнимемся? Давай, обниму. Давай. Спасибо. Спасибо и вам. Прикольно. Я хочу еще таких девушек находить. А что с ней? Уди, хвосты на ней леют. Что-то обнимашки. У нас были обнимашки. Не было. Визовок, у меня ничего нет. И обещала нам хорошего дня. Да. Будем ждать. А, ну, в общем, это ярмарка. Раньше такой рынок был у них на рынке, и ярмарка была не такая. Здесь были сувениры. Да, здесь сувениры раньше были. А сейчас что-то вещевой рынок какой-то. А это, может, ярмарка открытого дня. Ой, смотрите, какой дяденька стоит. Кокошники. Смотрите, Женя здесь что у нас делает. Банкует. Вот это вообще ух ты, шикарно. Боже, коробка. Алё, хочешь такое? Бери. Боже, Лиз, мы коровка. Мы поехали без зонта, а решили типа покупать. Лиз, тебе какой зонт? Вернее, Женина. Благородная. А я дарно решила подарить всем позвонить. Как я поняла, мне слона, да? А ты не хочешь другой? Нет. Ну я просто хотела, чтобы потом бабушке отдать. Это слоник, да? Еще хуже, это не мне, это моей бабушке. Хорошая развитие. Ой, господи, как ухо. А он зонтик. Я думала, это он на голову, знаешь, такие шляпки. Я думала, это на голову одевается. Это декоративный просто. Не хочу. Синий или фиолетовый? Не надо. Тебе синий или фиолетовый? Не надо, и берет. Какой, синий или фиолетовый? Все равно. Дети счастливы, что еще надо людям, да? С малышам. Девочки, сегодня день обнимашек. Точно пошли. Она вся розовая, надо яблоко. Вообще. Спасибо, Женя. Спасибо, тетя Женя. Меня зажимает. Да.
настоящие кувшинки. Слушай, а там что-то пузырится вон там. А там, наверное, рыбка дышит. Там что-то живет. И дышит. Да. И пузырики носиком и пускает. Легко. Было я хочу вода чистая здесь. Ой, а там грязная. Не надо, их нельзя же. Они же в Красной книге вроде, нет? Так, знаешь, смотри, живописненько. Вот они, розы. В первый раз мы когда ходили, мы в первый раз, их еще не было. А сейчас вот они, красота. Вон, много-много. О, какая красота. Посмотрите. Смотрите, какие цвета. Очень красивые. Здесь вот беленькая будет. Вот такая беленькая. Дальше пойдем. Ну вот, хорошо сейчас заглянули. Потому что трасс их не было еще. Ой, это уже шиповник лес. Я, правда, забурилась. Вдруг сюда нельзя. Красотка. Сейчас подойду. Зонтик уронила? А ты как его положила? Ну, они, видно, уже тоже отходят. Потому что уже какие-то несвеженькие, как будто. А, или от дождя. Ой, смотрите, это, походу, чайные, да, розы? Ой, смотрите. Это похоже на чайные, но я могу ошибаться. Смотрите, какая прелесть. От дождя их согнула. Вот еще. Ой. В общем, здесь можно много, долго снимать и много. Смотрите, какая цветом красивая. Смотрите, какие красивые нашла. Высокие-высокие. Красивые-красивые. Ой, ну какая красота. Какие-то кустарники, я не знаю, что это. Ну, посмотрите, как красиво. Белое-белое. А вон наша группа в полосатых купальниках. Вот здесь мы. Крикнуть, но не буду смущать детей. На то место, где вот статуэток много. Помните, я вам показывала? А кто? Статуэтка ты моя. А кто это? Памятники? Нет, это памятники. А как они называются правильно? Что надо тереть? Носик и загадать желание. Загадывайте все желания, а я потру носик за вас, за всех. Загадывайте, давайте. Подумали все? Хорошо подумали? Хорошо, да. Я тру за всех. У всех тебе точно все сбудется. Смотрите. Блин, вытерла, теперь я потру. Загадала желание? Тебе мало улиток. Да, я ее подарила. Я буду гладить киску. Пошли далеко. Сейчас я только желание загадаю. Давай. Как, скажи, я не вижу. Ну, только так, я же ее поставила на фронталку. Ну, так держать? Меня было видно. Ну, тебя видно? Скажи, как... Тебя видно? Да, давай. Так, я теперь загадываю желание. Давай. Фу, дура. Так, я, ну, как она же не дорога, ты же понимаешь. Она вылезает. Потому что тоже вылезает. Я двумя руками кру, видела? Жадина какая, а? Языком лизнище. А это легендарный музей лягушки. Такой дом красивый. Я бы такой бы дом бы на даче бы не отказалась иметь. Красивый. Только вот так вот. Ух ты, собака. Вот в таком виде. Две лягушки. Кошки мира. Классно. Ален. Ален. Вот и выставка. Вот этот мне нравится. Это норка.
Ого! Нифига себе, какой мамонт. Да, бабушка еще. Она была забрала. Пойдешь на второй этаж? Конечно. Идите на второй этаж, там фотовыставка. У вас какие местные, да, мастера? Или ну, в основном, да, тут торчание, не Псковка. Обалдеть. А так есть и Лобня, и Дна. Блин, такие мальчики люди, а. Сокрутни. Ой, какие ловцы снов красивые. Да тут все, мне, я говорю, мне только это, заверните все. Ну, это да. Я закрою надпись, я тут. Сейчас, если будет кошелек, брелочки, металлические, если... Мне вот это нравится. Маш, ты пойдешь на фотовыставку? А вы были кошек на Надеть на этой картине двух котов. На какой? Вот на этой. Вот этой? Да. 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 Я тоже хочу. Вот один. Один. Ага. А, еще а вот он большой сидит. Белый, видишь? Mm-hmm. Вот в камеру посмотри лучше. Да. Ага. Идите, девчонки. Поищите двух котов. Да. Где? На картине. Вот на этой. Ну, я нашел одного, допустим. Покажи, где. Какого? Покажи. Вот, и вот, да. И вот два. Быстро, молодцы. Это ж легко тут. А я даже не сообразила. А я черного не нашла, а вот белого быстро. Ой, какая бабка-ёшка прикольная. Вот, свяжи мне иголку. Ой, какой прикольный, смотрите, мышонок пушистый. Это моя мечта, как вязать. А ты так не вяжешь еще? Так еще не вяжу. Надо вот когда научишься, вот такого нет. Мне мышонка. Он прикольный. Это как вяжешь, очень сложно вязать. Первый снег, по-моему, угу. Типа уже написала за елки, все такое. На карточку. Да, это да. О, лягушка. Лягушка Дмитров. Анташка. Что? Не хочешь с друганом сфоткаться? Бабушка и вот дедушка. Ой, кот, смотрите, какой кот. Длинный. Че, пойдем на второй этаж? Маша, я с тобой. Иду. Ну и болтает, болтает. У меня в чемодане была. Вот здесь возьми. Возьми, Антон. Антон! Подожди. Смотрите, какая красота здесь на втором этаже. Так уютно, так все по-домашнему. Очень красиво. Музей кошек, но здесь почему-то птички. Ой, смотрите, балкончик. Моя мечта, балкончик. С цветочками. Красота.
Ну, Женька почесала. Мы ее вычислили, она нас кинула. Здесь, видно, мастер-классы проходят. Здесь мастер-классы, наверное, да? Да, да, красиво. Угу, красиво. Ну, вот в выходной день можете приходить, там, допустим, у нас в эти выходные будет роспись, кофе по бумаге. Ого, прикольно. Да. Завтра у нас мыло варенье, сегодня была роспись лягушек. Если вы в компании сядете, мы вам проведем. Ой, не смотри, у них клетка открыта, они не боятся, они да? Они вылетают, да, они вылетают. Ну, ничего. Если захотят, они вылетают. Прикольно. Мы с тобой туда погожим, мы только открывали на день. Но вылетал, прилетает, вечно залетает. Мастерская. Лесенка. Чудесенка, пойдем. Вниз, смотрите, какие картины вообще классные, да? А-а-а. Вот это смотри, вышито. А, это вышито, смотри. Это вышито, а это потом еще, как они, бусинки пришили. Классно. Да, вообще здорово. Красота. Вот и я побывала в музее лягушки. Все собирались. Ой, в маске. Мы находимся в зале галереи. Да? Да. Вот даже так, а я не знала. У нас будет работать 5 суббот и воскресенье. А, 5 суббот и воскресенье. Ой, а мы в субботу можем приехать. Вот, здесь будет экскурсовод. Ой, ежик какой. Что рекомендую очень даже. А, еще экскурсовод. Классно. Ну, дальше, мне кажется, было. Да-да-да. Ага. Точно. Ну, в субботу, может, приедем. Какие? Вот. Ух ты, я и не видела. Ну, смотрите, какие часы. Классно. Что у нас тоже? Какие уютные. 2000. Еще пока не могу ничего сказать. Еще подождите. Вот это 2000 котенок. И я тоже. Да, сам музей там, за шторкой, но он будет работать 5 суббот и воскресенье. С экскурсоводом. До 7. Можно будет приехать. Да, да, можно. $23, что ли, что-то вообще смешно. Угу. Слушай, ну этот домик прям вот я бы на дачу забрала. Он такой хороший, уютный. Спасибо большое, до свидания. Вот мы вышли. Какой дом нашли? Прям старый такой, наверное, давнишней постройки. Ну, здесь замочек висит. Мы просто не знаем, живут здесь люди или не живут, но сам дом очень мне нравится. Я люблю такие домики. О, слива, смотри. Слива? Угу. Много слив, смотри, да? Урожай. Вот он какой красавчик. Тоже построечка. Я ничего не вижу, отсвечивает. А. А. Самое главное, моя фишка, что я вообще не знаю. Не-а, я не видела. Нарисованы, смотрите, они торчат. А, пойдем. Да, мама. Там магазин, да? Смотрите, какой дом нашли. Здесь сейчас, ой, покажу, написано. Так, в этом доме в 30-40-х годах 20 века жил и работал известный русский художник, моряк и изобретатель Голицын Владимир Михайлович. 1901-1943. Так я не поняла, здесь что, какая-то градостроительная политика? Хм, очень интересно. Вот еще нашла музей. Слушайте. Здесь столько музеев в Дмитрове, надо сходить. Музей самоцвета мира называется. О, запись на экскурсию. Сейчас поближе подойду. Телефон. Так. Творческая мастерская, авторские украшения из натурального камня.
Музей самоцветов мира, частный музей Бориса Ирины Хазовых. Прекрасно, надо сходить. Вот такой красивый. Ты положи, что не так, гуль-гуль-гуль. Плюнь хотя бы надо. Это на. Ручные голуби. Да хороший пуга. Твои? Мои. А, ты их в полете хочешь, да? Пакеты делят, смотрите. Все, поделили пакеты. Мы нагулялись, в кафе посидели, пообщались, вообще чекарненько. Да, вот сейчас стоим, прощаемся. Все довольные, грустные что-то стали. Потому что заканчивается. Всегда так грустно. Вроде расходиться не хочется. Надо что-то. Да, я просто пришла, чтобы вы сейчас еще вам что-то забирать там. Mm-hmm. Да, сейчас пойдем. А, точно? А ты уже забыла? Да. А ты что думаешь, на пакет схватила? Она думала на автобус и все. Расскажи, я расскажу, я читаю, все же не знаю, как это дает. Я так смотрю, там даже что-то далеко дальше. Да ладно. Себе я очень рада была познакомиться. Давай, пожалуйста. Пока. Конечно, увидимся. Ну, с тобой-то мы точно. Увидимся, мы рядышком. Давай, я тебе еще и сюда должна. Давай. Штучки. Это эмоции. Встретились подружки. Они прям не нарадуются друг на друга. И танцуют уже здесь, и станцевали, и спели. Ксения? Какой у нас торт? Ужин. Это пошло. Днем рождения! Днем рождения! Днем рождения! Моя девочка, ты наконец-то стала совершеннолетняя. Теперь тебе можно с мальчиками спать. А иду сегодня спать. Куда? Крис занервничал. А я шапку не надела. Вот это без связи. Да, да. Да. Да, загадывай желание. Креативные духи. Придумали девчонки. Ура! Получится! А теперь подарок. Когда засмеешься, так словно небо. Ну, Лиза, у меня в другом, конечно, направлении немножко. Это вот я первая работа. Да, первый портрет. Нет, нельзя, не трогай. Она его дольше себе пришла. Ты фонарика снискаешься или даже заснимаешь? Папарацци. Сидеть немножко отмечать. А вот эти цветочки подарила Маша, Маруська Лайф. Сейчас покажу. Это твой день, это твой праздник, облако тень, дождь прокатник, капли счастья падают с неба, с ними и я, где бы я не был. Это твой день, это твой праздник, облако тень, дождь прокатник, капли счастья падают с неба, с ними и я, где бы я не был. Это твой день, это твой праздник, облако тень, дождь прокатник, капли счастья падают с неба, с ними и я, где бы я не был. Это твой день. Это праздник, облако тень, дождь прокатник, капли счастья падает с неба, с ними и я, где бы я не был, это твой день, это твой праздник, облако тень, дождь прокатник, капли счастья падает с неба, с ними и я, где бы я не был, это твой день.